Сибирь. На берегу широкой пустынной реки стоит город, один из административных центров России. В городе крепость, в крепости острог. В остроге уже 9 месяцев заключен сильнокаторжный второго разряда Родион Раскольников. Это строки из произведения Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Роман был задуман в Омске в тяжелые минуты грусти и саморазложения. Трагические обстоятельства привели Достоевского в наш город. За участие в политическом кружке Петрашевского писатель был приговорен к смертной казни. Но в последний момент смертная казнь на Семеновском плацу в Петербурге была заменена на 4-летнюю каторгу. И 23 января 1850 года Достоевский въехал в Омск через Тарские крепостные ворота. Кибитка с Достоевским въехала в крепость и сразу же повернула налево, к острогу, который стоял на краю крепости и был расположен в ее степном бастионе, за нынешним драмтеатром. Вообрази себе старое, ветхое, деревянное здание, которое давно положено сломать, которое не может служить. Летом духота нестерпимая, зимой холод невыносимый. Все полы прогнили, пол грязный на вершок, можно скользить и падать. Маленькие окна заиндевели так, что целый день нельзя читать. На стеклах на вершок льду, с потолков капель, все сквозное, у нас как сельдей в бочонке. Спали мы на голых нарах, позволялась всего одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. Всю ночь дрохнешь, блох, шеи, тараканы, четвериками. Прибавь ко всем этим приятностям почти невозможность иметь книгу. Что достанешь, то читать украдкой. Вечную вражду и ссору кругом себя. Брань, крик, шум, гам. Всегда под ковоем, никогда один. И это 4 года без перемен. Тут был свой особый мир, ни на что не похожий. В этом особом мире Федору Михайловичу становилось невыносимо тяжело. Позже в дневнике писателя он признавался: «Мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительных». Сегодня вместо каторжного острога установлен памятник, крест несущий, работы омского скульптора Александра Капралова. Во всем облике Достоевского чувствуется каторжник, несущий тяжкую нож, свой жизненный крест. Плечо, ушедшее вниз, деформация в спине, корявость и крест ненародный, а составляющий единое целое с телом. Не вне тяжести, а груз самого себя, ошибок своих мыслей, переживаний. Это все суть творчества Достоевского. Даже фактура материала – чернота, рваные грани, швы сварные, искромственные, сожженные – способствуют пониманию замысла омского скульптора. Скульптура, благодаря тому, что не поставлена на постамент, создает мощное присутствие Достоевского в нашем мире, его тяжкого вечного хода под грузом страданий и размышлений. Мы вновь вернулись к Тарским воротам, чтобы пройти тем путем, каким Достоевский ходил ежедневно, отправляясь на назначенные работы. Теперь это улица Спартаковская. Позади меня здание военного суда. Здесь Достоевский участвовал в штукатурных работах. Сейчас это один из корпусов Омской медакадемии. В конце Спартаковской улицы вы видите фигуру погруженного в себя, идущего привычной дорогой Достоевского. Это памятник работы скульптора Сергея Голованцева. Создается впечатление, будто бы человек преодолевает порыв ветра. Взгляд писателя задумчив и отрешен. Он словно спускается к нам с невысокого пьедестала, чтобы продолжить свой скорбный путь и взять на себя новые муки, но уже всего сегодняшнего человечества. В руке Евангелие – единственная книга, которую было разрешено читать писателю в остроге. На постаменте всего одно слово – Достоевскому. К счастью, сохранился в городе последний дом комендантов Омской крепости, построенный в 1799 году. Здесь и жил последний комендант Алексей Федорович де Граве. Он делал все возможное, чтобы облегчить участь омского каторжника Достоевского.
Благодаря заступничеству коменданта, писатель не подвергался телесным наказаниям, подолгу лежал в военном госпитале, иногда ходил на легкие работы. В записках из «Мертвого дома» Достоевский скажет от лица каторжников: «Коменданта у нас любили и даже уважали». В 1971 году на доме был установлен барельеф работы скульптора Дмитрия Маджоса, изображающий писателя в полный рост на фоне тюремного окна. В 1975 году было принято решение исполкома о создании Омского литературного музея имени Достоевского и размещении его в доме комендантов Омской крепости. Здесь, в музее, экспозиция которого рассказывает об омском периоде жизни Достоевского, начинаешь понимать, какой глубокий след оставил омский острог в жизни писателя. Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский. Хорошо. Не так хорошо, как может быть, немногие знают его. Так писал Достоевский брату Михаилу. Здесь, у стен музея, в котором мы бывали не раз в качестве участников экскурсий, литературных викторин и конференций, мы и хотим закончить наш разговор об омском периоде жизни Достоевского. Мы хотели, чтобы вы увидели Омск своими глазами. И надеемся, что прогулка по Омску, которая в 2016 году исполняется 300 лет, стала для вас интересной. И может быть, вам захочется приехать в наш удивительный город, с которого началась мировая слава великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.